Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy A24. И сейчас я покажу вам, как поменять язык системы данного устройства. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Общие настройки». Здесь мы выбираем языки. Далее нажимаем «Добавить язык» и выбираем язык, на который хотим поменять. И выбираем регион. И нажимаем «Установить». И таким образом мы меняем язык системы. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.